Вот показываю, вот он мальчик этот, Рошан его зовут, дома я его называю Роська. Ну вот на солнечный свет я не скажу, что у него зеленый, видишь? При плохом освещении, да, видно немножко вокруг этого зрачка, да, чуть-чуть зеленца. Такой типичный скандинавский парень с отличными ушами, смотри, какие уши у него хорошие. Большие ушки, широкие, красивый мальчик. Вот, он немножко не такой светлый, как девочка.